Ремонты в этом году пройдут во многих образовательных учреждениях города, в том числе и дошкольных. 103 миллиона рублей из бюджетов разных уровней в 2014 году запланировало на эти цели управление образования. Сегодня начальник ведомства рассказал о плановых работах на лето. Особо отмечают, что в прошлом году на ремонты было выделено больше 200 миллионов. В этом же лишь 60% от прошлогодней суммы. Во многих школах и детских садах этим летом проведут замену окон и дверей. Почти 4 миллиона пойдут на строительство веранд в дошкольных учреждениях. Достаточно крупную сумму, 36 миллионов рублей, решено потратить на заборы. Продолжится и работа по строительству спортивных площадок. Однако в этом году сдадут всего одну в 20-й школе. Уже сегодня там ведут подготовку территории. На сегодняшний день у нас есть уже подрядчик, это ООО «Стройград». Ну, он у нас площадки и в прошлом году все делал. Пока по качеству вроде бы у нас таких замечаний нет по прошлому году. Вот. И я думаю, что здесь будет все нормально. До 15 июля у нас там сроки. Запланировано в нескольких школах установка тренажерных площадок. Попытаются решить в управлении образования и извечную проблему с текущими крышами. Доведут до финала работы в кадетской школе и ДЮЦе. На последний выделят порядка 1,5 миллиона рублей. Средства пойдут на приведение в порядок фасада. Однако полностью его обновить на эту сумму не удастся. Большие надежды управление образования возлагает на попадание в программу модернизации дошкольных учреждений. Ее старт намечен на 2015 год.